Первую детскую академию на базе фитнес-клуба Isle of Fitness в торговом центре Вегас открывали именитые спортсмены. Среди них был вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, который своим появлением вызвал искренний восторг у юных воспитанников центра. Игорь Акинфеев! Помимо Игоря Акинфеева, детскую академию спорта открывала и двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк. Я счастлива была прийти сюда, потому что наше поколение развивается, это наше будущее. Возможно, сегодня перед нами стояли будущие олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Вот, поэтому я была только счастлива здесь присутствовать. Чтобы стать чемпионом, нужно тренироваться с чемпионами. Это не только живой пример для детей, но и возможность достичь мастерства высшего уровня. Марианна Масленникова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, считает, что открытие детской академии спорта для многих – большой шаг к будущим победам. Создание такого детского центра, академии спорта в рамках фитнес-клуба – это абсолютная новинка. Такого еще не было. И вот мы первые, кто воплотил это в жизнь. Не только для взрослых, но и для детей. И именно спорт для детей. Вырастить будущих чемпионов теперь станет значительно проще. Тренировать детей будут как мастера спорта, так и олимпийские чемпионы. По мнению тренера по боевым видам искусства Руслана Сиддикова, для детей это послужит отличной мотивацией. Некоторые детки уже сейчас результаты определенные дают. А как вы думаете, такие встречи для детей со спортсменами, с выдающимися спортсменами, как Акинфеев, насколько они полезны для них? Это стимулирует, это мотивирует развиваться, это мотивирует ставить в первую очередь перед собой цели высокие и достигать их. Разнообразие спортивных дисциплин позволит сделать ребенку выбор по душе. Здесь есть футбольный фристайл, женский футбол и даже батутный спорт. Я очень рад, что прыжки на батуте и в этом центре открылись, потому что у этого центра и так большая массовость, и это будет продвигать наш вид спорта еще больше. Вот. Батут, он нравится всем детям, даже и взрослым, то есть я думаю, что массовость здесь будет только увеличиваться. Родители воспитанников детской академии спорта были в восторге от церемонии открытия. Екатерина Маслова вместе с дочерью не только увидели вживую звезд спорта, но и определились, где они теперь всей семьей будут проводить активный отдых. Все было великолепно организовано, великолепно сделано. Мы получили огромное удовольствие. Все выступали, тренеры, просто на 5 баллов. Детишки получили огромное удовольствие. Будем ходить всей семьей. На данный момент в детской академии спорта обучается около 450 детей. Некоторых из них мы обязательно увидим на пьедесталах почета самых престижных спортивных соревнований. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.